Приветствую вас, дорогие мои. Вы, наверное, подумали, что ваша Виолетта Модестовна оставила репетиции и занялась живописью. Отнюдь. Я просто решила немного поэкспериментировать, изобразив эту чудесную музыку на холсте. В конце концов, многих живописцев музыка вдохновляла на создание бессмертных полотен. С другой стороны, и многие великие композиторы создавали свои произведения под впечатлением от живописи. А некоторые из них даже слышали музыкальные тональности в цвете. Вы когда-нибудь слышали про такое? Ну, тогда устраивайтесь поудобней. Сегодня мы с вами поговорим и о музыкальных тональностях, и о том, как эти тональности связаны с цветами и оттенками красок. Вперед, друзья мои! Вот наше первое письмо. Разумовский Алексей из Твери спрашивает: «Объясните, пожалуйста, что такое цветной слух и зачем он нужен?» Видишь ли, Алексей, есть люди, у которых музыка вызывает особые яркие цветовые ассоциации. То есть музыкальный слух очень тесно связан с цветовыми ощущениями. Это явление и называется цветным слухом. Ярко выраженным цветным слухом обладали такие композиторы, как Николай Римский-Корсаков, Александр Скрябин, Оливье Мессиан и Миколоюс Чурлёнис. Но позвольте, скажете вы, у каждого из нас музыка может рождать свои зрительные образы. И будете по-своему правы. Скажем, звучит «Гроза» Антонио Вивальди. Перед глазами мрачные свинцовые тучи, темное море, раздаются раскаты грома, и вот начинается неистовый ливень. Думаю, что и у каждого из вас эта прекрасная музыка вызывает свои зрительные образы. Но это еще не цветной слух. А в чем же дело? А дело в том, что у людей с цветным слухом цвета четко ассоциируются с конкретными музыкальными тональностями. Например, звучит ре-мажор. Человек отчетливо видит золотисто-желтый солнечный цвет. А если пьеса в до диез миноре, возникает ассоциация с темно-синим вечерним небом. Но для тех, кто не занимается музыкой, все это, наверное, не очень понятно. Чтобы разобраться, вспомним, ребята, что такое тональность. Тональность – конкретная высота звуков гаммы, определяемая положением главного тона. Любую мелодию можно сыграть, начиная с любой из 12 нот октавы. Сразу привожу пример. Это знаменитая шутка Иоганна Себастьяна Баха. Она начинается с ноты Си. Так записал ее сам композитор. Однако эту же самую мелодию я могу начать и с другой ноты, например, с ноты До. Говоря профессиональным языком, я сейчас исполнила музыкальную фразу в начале в тональности си минор, а затем в тональности до минор. Что-нибудь при этом изменилось? Мелодия вроде бы осталась та же, но прозвучала она немножко выше. Вместе с этим изменилась окраска. Кстати, все знают, почему тональности имеют такие названия: си минор, ре бемоль мажор и так далее. Просто мажорный и минорный лады имеют каждый свою индивидуальную окраску. Просто мажорный лад звучит чуточку светлее минорного. Значит, когда говорят, что эта мелодия в тональности до мажор, подразумевают, что основной тонический звук мелодии до, а ее лад мажорный. Тональности в музыке, мои любознательные, подобны различным краскам на палитре художника. Вот ярко-красный цвет, а вот бледно-голубой. И каждый из цветов несет свою эмоцию, свое настроение. Композиторы, о которых я говорила, четко ассоциировали каждую тональность с определенным цветом. Ну, скажем, до мажор – белый, а ре минор – голубой. Николай Андреевич Римский-Корсаков находил этому сугубо практическое применение в своих сочинениях. Например, можно проследить, что всякий раз, когда композитор хотел изобразить восходы солнца, он использовал тональность ля-мажор.
Эту тональность он воспринимал как розовую, цвета вечной юности. Если же нужно было передать море или ночное небо, он использовал для этих целей синие тональности – ми и ми-бемоль мажор. Посмотрите на эту любопытную таблицу. Видите, вот именно такие цветовые ассоциации возникали у Николая Андреевича Римского-Корсакова, когда он слышал музыку в определенных тональностях. Итак, я попрошу сейчас нашего звукорежиссера включать произведение в разных тональностях. Слушаем. Первое – прелюдия из хорошо темперированного клавира. Тональность до мажор. У Римского-Корсакова это белый цвет, цвет чистоты, света, целомудрия. И это действительно слышится в музыке. А вот сейчас мы слышим фа-мажор. У Римского-Корсакова он пасторальный, ярко-зеленый, как цвет листвы у весенних березок. А сейчас звучит тот самый золотой, солнечный ре-мажор. Ну, а вы, дорогие мои друзья, когда слушаете музыку на концерте, попробуйте закрыть глаза и представить, какие цветовые картины у вас возникают. И тогда вы научитесь чувствовать музыку совсем по-другому, глубже и тоньше. А у нас еще одно письмо. У Люды Громовой из Хабаровска сразу два вопроса. Уважаемая Виолетта Модестовна, расскажите, пожалуйста, зачем в музыке аж 24 тональности? И что такое тональный круг? Вопросы эти связаны между собой, и я с удовольствием на них отвечу. Каждая из нот может быть основным тоном тональности. Отсюда, кстати, и пошло выражение «задать тон» беседе, событию или отношениям. А сколько у нас всего нот? Сдается, что некоторые из вас сказали 7. А это не так. Надеюсь, что кто-то сказал 12, и именно это правильный ответ. Потому как мы с вами считаем не только белые, но и черные клавиши в пределах одной октавы. Так вот. Каждый из этих 12 нот может быть основным тоном как для мажорной, так и для минорной тональности. Например, до мажор, до минор. Дальше, до диез мажор, до диез минор и так далее. Уяснили? Вот и получается 12 мажорных плюс 12 минорных. Всего 24 тональности. А как же нам узнать, в какой тональности написано произведение? Открываем ноты и смотрим на скрипичный ключ. Если справа от ключа нет ни диезов, ни бемолей, значит, можно утверждать, что это тональность до мажор, ну или параллельный ему ля минор. Запомните, друзья, параллельный минор всегда идет рука об руку с мажором, только тремя ступенями ниже. Это самые близкие родственные тональности, и ключевые знаки у них одинаковые. Чтобы определить, какая все-таки из этих двух параллельных тональностей главная, нужно посмотреть в конец произведения. Вот, видите, оканчивается наша мелодия на звуке «до» и финальный аккорд «до ми соль». Значит, тональность пьесы «до мажор». Ну, а если при ключе один или несколько диезов или бемолей, как определить тональность? Здесь, мои дорогие, надо понять принцип, а потом вызубрить таблицу тональностей как таблицу умножения. Увы, другого пути нет. А принцип такой. Сыграли гамму до мажор. Запомнили, как она звучит? Запомнили? И теперь ее играем от звука соль. Чтобы сохранилось тоже ладовое звучание, мы вынуждены повысить фа на полтона. То есть сыграть фа диез.
вместо фа, иначе лад исказится. Вот послушайте. Помните принцип, по которому строится мажорный лад? Тон, тон, полутон, тон, тон, полутон, тон, 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 полутон. В соль-мажоре сначала все у нас выстраивается по этой схеме, а вот последний полутон мы получим только с помощью фа-диеза. Так у нас в соль-мажоре появляется один диез, который будет стоять возле ключа в нотах. Если мы пойдем дальше по этому принципу, то пятая ступень от соль будет ре, и чтобы здесь сохранить лад, придется добавить еще один диез. Раз, два. В ля-мажоре таких диезов уже будет три. Раз, два, три. Ну и так далее. Добавляя диезы, вскоре мы можем добраться до си диез мажора, который по понятным причинам дублирует до мажор, и поэтому смысла в нем уже нет. Круг замкнулся. Таким образом, мы получили тот самый тональный круг, которым интересовалась Люда. Вот как он выглядит. Порядок расположения тональностей в этом круге таков, что для прибавления одного диеза они делают 5 шагов. Каждое следующее поднимается на 5 ступеней. До, ре, ми, фа, соль. Дальше от соль – соль, ля, си, до, ре и так далее. То есть они шагают по квинтам, причем по часовой стрелке. А бемольные тональности шагают по квартам, причем против часовой стрелки. Фа-мажор, си-бемоль-мажор, ми-бемоль-мажор и так далее. Поэтому круг этот еще называют кварто-квинтовым. Впервые этот круг был описан немецким музыкальным теоретиком Иоганном Давидом Хайнихеном в начале 18 столетия. А Иоганн Себастьян Бах, опираясь на это музыкально-теоретическое открытие, создал свой гениальный, хорошо темперированный клавир. До Баха музыканты при настройке своих клавишных инструментов использовали натуральный строй, вычисленный еще Пифагором. Но при этом они использовали лишь несколько самых ходовых тональностей. Маэстро Бах доказал всем, что возможно полноценное использование всех 24 тональностей, всех красок музыкальной палитры. И он это с блеском осуществил, написав цикл из 24 прелюдий и фуг во всех мажорных и всех минорных тональностях. Ну вот, как всегда, только я разошлась, а передача наша уже заканчивается. Присылайте свои письма с вопросами по адресу 109-147 Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». Электронные письма оставляйте на сайте радостьмоя.ру. Я прощаюсь с вами до следующей передачи. Желаю вам доброго здравия и творческого вдохновения. Ваша Виолетта Модестовна.